Всем привет! На связи культурный центр «Порт». Сегодня мы в прекрасном творческом пространстве в гостях у Марии Волгиной на мастер-классе. Приветствую всех! Расскажите, Мария, чем мы сегодня будем заниматься? Сегодня у нас будет такая большая картина 40 на 40. Будем ее рисовать в технике флюид-арт. Флюид-арт в переводе – это жидкий акрил. Я подготовила подобные. Что-то будет примерно такой вот, как этот фон. Это потом можно проявить творчество, уже добавить какие-то линии или что-то еще. Фантазия приветствуется, да? Да. Такая вот техника. Что в этой технике фантазии нет границ. Также можно сделать что-то подобное. Но эта картина уже покрыта смолой. И самое хорошее, наверное, что здесь не обязательно даже художественное образование, может нарисовать ребенок. Вот эту, кстати, картину нарисовал 11-летний мальчик, мой ученик. И цвета, да, такие прям? Да, все зависит от цветов. Они могут быть разные. В общем, какая у кого фантазия, на что способна. Использовать будем акрил жидкий. Жидкий акрил – это мы разводим предварительно акрил обычный с водой. Немного добавляю я клея ПВА для того, чтобы краска была не слишком жидкая. Если она будет слишком жидкая, то теряется рисунок, и она вся растекается. Фен, мастихины. Будем использовать палочки обычные для размешивания краски. С помощью стаканчиков будем выливать краску разные цвета и растягивать вот такими движениями по картине. И феном будем добавлять узор. А сколько сохнет по времени работа? Картина сохнет сутки, иногда даже чуть больше, от зависимости от слоя. На холсте она сохнет быстрее, можно рисовать на пластике, на дереве, на любом материале. В чем плюс этой техники, что не обязательно холст. Предварительно холст нужно грунтовать или что-то с ним делать? Да, грунтуем холст, также грунтуем дерево. Я грунтую любой материал предварительно, чтобы был белый фон, чтобы уже цвета более четко ложились. Хорошо, начнем варить, я помогу тогда в процессе. Готовим предварительно загрунтованный холст. Дальше каждый цвет с краской наливаем в пластиковый стакан, добавляем воду и клей ПВА. И начинаем смешивать палочкой. Нам нужно получить однородную массу, примерно как 1% кефир. Делаем фон, наносим белую краску, выливаем из стакана на холст, размазываем мастихином или руками. В картине должно быть не больше 5 цветов, основной фон белый. Берем чистый стакан и по очереди наливаем разные цвета. Последовательность красок не важна. Полный стакан с краской начинаем выливать на холст. Берем в руки холст и начинаем плавными движениями растягивать краску по всему холсту. Дальше берем фен и феном раздуваем рисунок. Таким образом получается сеточка и пузырики. Продолжаем наливать разные краски в стакан. Фантазия приветствуется. И по желанию раздуваем феном. Наша работа готова.